Ребят, привет, с вами Алкей. Я хотел бы вам показать, как на данный момент обстоит дела с проектом, что я делаю по поводу суперлайнера. Вот, так что так. Ну что ж, начнем с главной части. Пока здесь все завалено инструментами всякими, дополнительными штуками. Это получается непосредственно сама жилая зона. Вот здесь вот находится. Здесь у нас раскладывающееся место дополнительное, чтобы можно было спокойно спать. Раковина, которая сейчас эксплуатируется, и получается кабина непосредственно сама вот здесь, и вход. Два входа, один вход и второй вход. Небольшой беспорядок в мастерской, потому что у меня тут работы происходят. И не всегда есть возможность убраться вовремя, как-то все это сделать, потому что, ну, время поджимает, надо делать, короче. В общем, суть в чем? В том, что я сделал вот эти панели боковые. Это 1-миллиметровая сталь, 1 миллиметр, вот здесь вот. Также весь суперлайнер будет обшит такими металлическими листами. Колеса сейчас находятся на доработке, мы меняем спицы на них. Вот когда мастер отзвонится, я думаю, можно будет забрать колеса и уже сделать нормальную тему. Так, ну что ж, здесь будет у нас стекло также, вот здесь вот, длинное. Есть уже вентиляционное отверстие вот здесь вот и здесь. Ну, вот это я вам показывал, это получается для газового баллона отсек дополнительный. И такие вот пироги здесь происходят. Сейчас пойдем на крышу покажу. Насчет крыши будет здесь также металлические листы, то есть весь суперлайнер обшит металлом будет, как и здесь. И вот эта верхняя часть надстройка, это купол, это важная часть для того, чтобы можно было вот так залезть. Сейчас покажу. И стоять вот здесь полный рост, ну практически в полный рост, немножко пригнувшись, но тем не менее нормально. Вот это турник, то есть на него можно спокойно как бы подтягиваться, я его еще усилю дополнительными палками в будущем. Здесь будет бак для воды, вот здесь расположен, соединен с вот этой системой непосредственно шлангом или каким-нибудь, я не знаю, трубкой. Также здесь будет душ. В этом месте будет огораживаться какой-нибудь, допустим, каким-нибудь целлофаном или чем-нибудь таким, и будет душевое место для душа. Так что сейчас еще дальше проедем. Насчет плитки, у меня обычная плитка. Самая это следопыт, какая-то модель. На самом деле это китайская плитка, просто имеющая вот такую вот надпись здесь. Включается она вот так вот, по-простому. И в принципе ничего тут особенного нет. Шланг идет по-простецкому вниз туда. И этот шланг, кстати, я использую и для пневматического гудка, и для газа. У меня вот, ну, запас шланга есть 10 метров, так что нормально все. Насчет рамы я вот сделал обновление сзади. Не смотрите, ребят, на мусор, опять же, это рабочая обстановка. Не всегда получается дотянуться до того, что там упало, провалилось. Места мало, сами понимаете. Поэтому вот так вот. В общем, короче, установлено усиление рамы вот здесь. И здесь уже будут установлены дополнительные боковые колеса. То есть 4 колеса по бокам и одно центральное будет. Кухня и что разместить в нижней части кухни, я пока не знаю. Но у нас здесь есть вот такое примерно отверстие, как бы, ну, расстояние, в котором можно что-то поместить, какие-нибудь полезные вещи дополнительные, как бы вот так вот. Насчет печи, которую я обещал вам показать, сейчас материал для печи стоит вот здесь, не очень видно, но это пластины 21 сантиметр шириной и толщиной где-то 3 миллиметра пластина, так что типа того. Ребят, прошу понять меня насчет того, что если в мастерской не прибрано, потому что
Все делается быстро, все делается в темпе, и не всегда я успеваю все убрать. Вот, достаточно большой проект, я делаю его в одно лицо, без какой-либо финансовой поддержки, поэтому, собственно, и получается вот, ну, такой небольшой бардак, так что если в кадре какая-то грязь, извиняйте. И вот здесь вот сейчас я вам покажу раму, здесь боковую, вот эту вот поддерживающую. Все отлично, все здорово, все классно. Надо будет зачистить потом и покрасить, но это как только на ход поставим. Ребят, еще такая просьба вам, короче, в связи с тем, что у меня произошли определенные события, не очень приятные на Ютубе, я бы хотел вас попросить об одной вещи. Мне нужна ваша поддержка. Каждая ваша подписка дает больше мотивации в том, чтобы делать проект. Подписывайтесь, подписывайте друзей. Я не знаю, рассказывайте всем про проект, про то, что я делаю, ну, вот такой гигантский дом. То есть, чем больше людей будет узнавать о моей деятельности, тем больше я замотивирован дальше делать для вас эксклюзивный контент. То есть, да, такие вот пироги. Реально нужна сейчас ваша поддержка. Подписки, и у нас сейчас цель набрать на канал 6000 человек. Вот сейчас ближайшая цель 6000 человек. Это было бы очень хорошо на данный момент. Так что так, ребят, будем набирать 6000. Все равно вернемся к прежним значениям канала. Будем восстанавливаться. Потому что то, что сделали с каналом, с предыдущим, это, ну, это крысятничество, это в крысу было сделано, это было сделано подло, это было сделано неправильно, не по-людски, не по-человечески абсолютно. Поэтому, что я могу еще сказать? Мы восстановимся, мы снова взовьемся ввысь, потому что, ну, такова судьба. Так что, вот, по поводу крыс, ребят, я вам хочу сказать, вот, кто в этом участвовал во всем, вот в этой во всей муте, что вот там, как вы это сделали, я не знаю, честно, но это было явно сделано с использованием, ну, с инструментарием Ютуба, то есть как-то связано с какими-то, может, бот-атака, я не знаю, что это было. Ну так вот, специально для вас информация, ребят, ни хрена у вас не получится. У меня все видео в надежном месте, все каталогизировано, и в случае еще одного удаления канала или какого-то вот вашего выпада опять крысиного, скотского, снова все будет восстановлено. Снова, 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 снова и снова. И опять же, вот это крысятничество, оно просто так не пройдет. Ну, нельзя так делать, это не по-людски. Так что вот так вот. Такие пироги. В общем, ребят, опять же, возвращаясь к позитиву. Все восстановим, вернем. Канал развивается, канал растет. Я хотел бы выразить огромный респект тем людям, которые на меня подписались первые 2, 3, 4 дня, ну, 5 дней, там, пока канал существует. Даже первую неделю. Вам, ребята, огромный респект от меня, уважуха, потому что без вас не было бы никакой мотивации, в принципе, продолжать, по крайней мере, на Ютубе, и вряд ли бы вы увидели контент, который вообще нигде больше которого нету. Так что так. Поэтому вам отдельный огромный респект, лично от меня. Ребят, будем расти, опять же, повторюсь, будем развиваться, будем переть вверх, врываться на позитиве. Вот. И будем строить. Взамен порушенного мы построим больше, мы построим лучше, и мы построим выше. И я это вам гарантирую. С вами ЛК, а мы, как всегда, продолжаем банкет. Поехали еще быстрее вверх.